Дорогие гости, учащиеся, выпускники, преподаватели, уважаемые родители и просто друзья! Мы рады приветствовать вас на юбилейном концерте детской школы искусств номер 2 городского округа Люберцы! Наш концерт открыл лауреат хоровых коллективов окружного конкурса «Звонкие голоса» хор младших и средних классов. Руководитель, выпускница нашей школы Севастьянова Алена Николаевна. Концертмейстер Абитурова Асилина Рупатовна. В исполнении хора прозвучали песни «Дорога добра», слова Энтина, музыка Минкова. «Когда мои друзья со мной», слова Танича, музыка Шаинского. Обычный концерт для школы – это большой творческий проект, посвященный знаменательному событию в этом учебном году. Детская школа искусств номер 2 отмечает свой юбилей! Приглашаем на сцену директора детской школы искусств номер 2 Наталью Васильевну Литвиненко. Дорогие друзья, как приятно видеть полный зал вас, наших дорогих ребят, наших уважаемых родителей и наших замечательных преподавателей. Сегодня от лица всего коллектива я вас благодарю и поздравляю с нашим юбилеем. Хочу поблагодарить, конечно, наших ребят замечательных. Благодаря им, их стремлению, их любви к музыку, к музыке, их трудолюбию, они делают имя нашей школы. Нашу школу знают не только в Люберцах, не только в Московской области, но и за пределами нашей любимой родины. Также хочу поблагодарить педагогический коллектив. Наши замечательные преподаватели отдают всю свою жизнь, можно сказать, нашим детям. Знаете, очень легко руководить, управлять кораблем, в котором такая замечательная команда. Могу сказать точно, наши преподаватели – это все единомышленники. Все высокопрофессиональные преподаватели, все любящие свое дело, все любят своих детей. Поэтому я горжусь, что работаю в одном коллективе с ними. Всех преподавателей поздравляю. Уважаемые родители, поздравляю также вас, потому что без вашего труда, без вашей заботы, без вашей помощи в школе не было бы наших достижений, которые мы сейчас имеем. Большая благодарность по поздравлению также директора школ, которые сегодня разделяют радость нашего юбилея. Благодарим также администрацию, которая присутствует на нашем празднике. Всем хочется пожелать мира, добра, творчества, ребятам новых побед, достижений, родителям терпения. Надеюсь,
место, где начинается будущее. Большое вам спасибо за ваш труд,
оставаться в стремлении сделать школу лучше, краше. И большое спасибо за уроки. Которые нас научили работать, делать жизнь прекрасной, воспитывать ребят. Большое вам спасибо и здоровья на долгие годы. Уважаемые товарищи родители, товарищи преподаватели, уважаемая Татьяна Николаевна, от всей души поздравляю вас с этим замечательным круглым праздником 55 лет. Это, конечно, очень круглая, замечательная дата. Спасибо вам большое, что вы привели детей своих, что детей обучаете, что они получают знания музицирования, музыки, пения. Но самое главное, они выпускаются замечательными людьми. С праздником вас, дорогие друзья! Наталья Васильевна, я вас поздравляю. Здоровья! А это, ну, покажите чуть-чуть вместе с коллективом. Процветание, процветание, процветание. Вот и что. Thank you.
Thank you.
Детская школа искусств номер 2 по праву гордится своими выпускниками. Thank you.
Oh,
Oh,
Yeah.
листая страницы истории школы, просматривая старые фотографии, мы видим молодые лица. Каким вдохновением сияют их глаза, как щедры и отзывчивы их сердца. Летят годы, но в суматохе дел и праздников мы вспоминаем вас, дорогие наши ветераны, многие из которых и сейчас продолжают работать не по долгу, а по велению сердца, с полной отдачей, самозабвенно. Позвольте выразить слова благодарности всем ветеранам школы, тем, кто стоял у истоков в далеком 1968 году, нашим дорогим преподавателям, кто находится на заслуженном отдыхе. Дорогие друзья, сегодня на наш концерт пришла Слугина Татьяна Николаевна, возглавляющая школу 35 лет, проработавшая в школе с самого дня ее основания. А сейчас поприветствую ветеранов, которые продолжают передавать бесконечную любовь и преданность искусству подрастающего поколения. Литвиненко Наталья Васильевна, работает в школе 37 лет. Мишакан Ирина Георгиевна, работает в школе 36 лет. Более 20 лет трудится на благо школы Капнина Анна Ивановна, Селиверстова Татьяна Григорьевна, Бочаева Маргарита Александровна и Кравченко Лариса Николаевна. Также у нас в гостях преподаватели, которые раньше работали в нашей школе. Толмакова Нина Ивановна и Петрова Ирина Алексеевна. Дорогие наши, родные, спасибо вам за любовь и преданность профессии. Эти аплодисменты вам сегодня. И мы с огромным удовольствием продолжаем наш праздничный концерт. Музыка Крылатова, слова Дербенева, «Три белых коня». Валерий Верещагин, «Школа моя». Исполняет сводный хор детской школы искусств номер 2 и ансамбль духовых инструментов. Руководители Сергей Анатольевич Поставничий и Алена Николаевна Севастьянова.
Приглашаем на сцену всех участников концерта. Коллектив. Громкие аплодисменты. На сцену приглашаются сотрудники детской школы «Искусств» номер 2. Акидизанова Ацелина Рухатовна, танцмейстер высшей категории. Оксана Нурислам Радикович, танцмейстер высшей категории. Багаутинова Смиральда Мурадина, преподаватель художественного отделения, выпускница нашей школы. Уланова Лидия Борисовна, преподаватель высшей категории по классу баяна аккордеона. Бычков Юрий Исакович, преподаватель высшей категории. Бочаева Маргарита Александровна, почетный работник общего образования, преподаватель высшей категории по классу фортепиано. Волков Владимир Александрович, преподаватель первой категории по классу скрипки. Зайцева Наталья Алексеевна, преподаватель высшей категории по классу флейты. Иванченко Ирина Анатольевна, преподаватель первой категории по классу народных инструментов. Комарова Ольга Игоревна, преподаватель первой категории по классу виолончели, выпускница нашей школы. Кухнина Анна Ивановна, преподаватель высшей категории теоретических дисциплин. Ксенофонтова Елена Викторовна, преподаватель высшей категории по классу вокала. Лисовая Лариса Александровна, преподаватель высшей категории художественного отделения. Мисропян Ирина Георгиевна, преподаватель высшей категории по классу фортепиано. Авдонец Елена Александровна, преподаватель первой категории по классу общего фортепиано. Лобикова Марина Анатольевна, преподаватель высшей категории по классу скрипки. Подгузова Оксана Алексеевна, преподаватель высшей категории по классу музыкального фольклора. Поставничий Сергей Анатольевич, преподаватель высшей категории по классу духовых инструментов. Савичев Кирилл Борисович, преподаватель первой категории по классу ударных инструментов. Селиверстова Светлана Игоревна, преподаватель первой категории по классу фортепиано. Селиверстова Татьяна Григорьевна, преподаватель высшей категории по классу фортепиано. Харченко Лариса Николаевна, преподаватель высшей категории художественного отделения. Капитова Илья Шамьевна, преподаватель первой категории по классу фортепиано. Приглашаем на сцену административно-хозяйственных сотрудников. Овсепян Алексей Ивановна. Письменная Светлана Рависовна. Корниенко Надежда Ивановна. Котикова Ирина Анатольевна. Мы, конечно же, вам всем благодарны, дорогие друзья. Идем на сцену Наталью Васильевну, не вижу ее, Наталья Васильевна, директор детской школы искусств, преподаватель высшей категории по классу фортепиано, Ленинка Наталья Васильевна. Выражаем огромную благодарность. Выражаем огромную благодарность всем родителям, оказавшим помощь в подготовке к юбилейному концерту. Генеральному директору детской профи Лыкову Алексею Владимировичу. Коллективу Юбилейского дворца культуры под руководством Крепнова Андрея Александровича. Сотрудникам комитета по культуре администрации городского управления под руководством Рожникова Ильи Александровича. Администрации городского управления. Всем огромное спасибо! Мы благодарим каждого из вас за то, что пришли и разделили с нами этот праздник творчества. Мы желаем всем вам здоровья, вдохновения, новых творческих вершин и хорошего настроения. С вами сегодня были ведущие концерта Алена Севастьянова и Павел Смирнов. До новых встреч!